Наступило утро, в продолжение сегодняшней рыбалки перебрался со своего островка, на котором ловил чуть выше вместо впадения цемлянки. За ночь произошло 4 или 5 поклевок. Одну пытался даже подсечь, но безрезультатно. На той стороне против него течок стоял, наверное, 15, может 20. 350 по половину берега, но бегал. В темноте характерные всплески и так далее и тому подобное. Вот сейчас, дабы скоротать время, решил попробовать подняться повыше. Живец у меня остался, причем очень-очень много. За ночь пытался я менять живца дальше, ближе, на течение и на стоячку. Поймал одного рака, каким-то образом он сел у меня на груз и категорически отказывался слезать с него. Был отцеплен и отправлен в освояси. Вот сейчас поднялся туман. Здорово. Довольно-таки холодно. Не то что холодно, а зябко. Холод своеобразный. Вот. Перешел он такой своего рода маленький островочек. Переобулся в зимние сапоги. Хаски. Рыбалка, здоровье превыше всего. Все равно я сейчас в куртке, в штанах, утеплённых. Чувствуется холод. Холодно, зябко. Именно зябко пробирает там здорово. Особенно руки и лицо. Вот он. Качнуло у меня спинник мой. Интересуется. Остался у меня живца только один окунь. В принципе, его только поставил, больше ставить нечего. Поставил одного пескарика. Пескарик весь уснул. Вот. Будем пробовать на окне. Ну, это скорее даже не рыбалка, а чисто скоротать время. В запасе у меня еще 3,5 часа. Постоим, посмотрим. Место здесь интересно. Песочек, но очень мелко. Если я там стоял на яме, то, в принципе, я и везде пробовал ставить. И на мели, и на ямах, и на входе, и на выходе перед порогом. И ставил груза по 450 грамм на течение. Течение там серьезное. Сносит все равно. Выматывает леску, груз парусит. Вытягивает, вытаскивает вдоль берега. И ничего так я там и не поймал.